Чтобы собрать российский триколор, всем участникам выдали таблички. С одной стороны с сине-бело-красными цветами флага, с другой с партийным логотипом. Задача проста – под музыку Дениса Майданова поднять таблички вверх и запустить волну. Но сначала репетиция. Колышется флаг от ветра. Гуляющие по набережной с интересом наблюдали за происходящим. Многие с удовольствием присоединялись к акции. Барнаульцы очень сильно соскучились по масштабным патриотическим мероприятиям за 2 года, которые вызвала пандемия. И сегодня барнаульцы активно выходят и участвуют в нашем флешмобе. Проходили с друзьями по Нагорному парку, увидели, что проходит мероприятие, решили поинтересоваться, что за вообще мероприятие. Узнали, что это флешмоб, посвящен российскому флагу. Естественно, приняли решение поучаствовать. Если партия будет проводить такие мероприятия почаще, это намного улучшит и настроение граждан, и патриотическое настроение. Конечно, масштабнее всего флешмоб выглядел с высоты птичьего полета. После небольшой репетиции участникам удалось бело-сине-красная волна. По итогу акции будет выпущен музыкальный видеоролик, где каждый сможет полюбоваться результатами своего участия. Татьяна Голубева, «День с толком».